Поддержка для маленькой Киры, которой врачи поставили смертельный диагноз. Огромная вера в ее выздоровление сплотила вокруг трехлетней оскольчанки сотни людей со всей страны. Благодаря им были собраны деньги на сложную операцию в немецкой клинике. Не остался в стороне и фонд поколения Андрея Скотча. Наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Андреевых буквально накануне их вылета в Германию. Продолжит Екатерина Пресенко. Вот, я научилась. Умница, красавица и настоящая непоседа трехлетняя Кира – главная мамина радость и забота. Хрупкое здоровье девочки, сложный врожденный порок сердца потребовало хирургического лечения. Чтобы ребенок дальше жил полной жизнью, необходимо пластическое исправление клапана. Пластика – это один раз и на всю жизнь. Вот. В нашей стране нам отказали в пластике. Поэтому я нашла клинику, где нам дали добро и сказали, да, это возможно. И это возможно в любое время. Вот. Поэтому как бы, ну, дали год, вот год прошел, и мы, слава богу, успели собрать деньги. Страх за жизнь девочки мобилизовал все силы Карины. Благодаря ее усилиям в борьбу за жизнь дочки включились сотни неравнодушных людей по всей стране. Деньги на операцию собирали всем миром. Более 2 миллионов рублей, чтобы крошке Кире ничто не напоминало о диагнозе – сложном сердечном пороке. А благодаря фонду поколения Андрея Скотча они смогут вылететь на лечение в Германию. Росфонд собрал нам деньги на операцию. Спасибо ему огромное, но, конечно, это основное – операция, это большая сумма. Но если бы не помощь Андрея Владимировича, мы бы не смогли никак полететь, потому что это огромные затраты. В Германию мама с дочкой улетают на днях. Для Киры это волнующее путешествие, а для Карины – надежда всей жизни. Чтобы ее ребенок также беззаботно играл и радовался жизни, игрушкам, улыбкам. Все любят кукол, Кира любит волков. Екатерина Пресенко, Сергей Кириченко. Новости Мира Белогорья.